Первое в стране государственное предприятие по выращиванию сетровых создадут в Атырау. Это произойдет за счет объединения двух действующих заводов. Общественные слушания на эту тему пройдут 12 февраля. Отмечается, что на такие меры необходимо пойти для увеличения популяции рыб. В прошлом году из-за разлива неизвестного химического элемента в реку Урал в водной фауне был причинен ущерб. За два прошедших месяца на водоеме и осетровых заводах Атырау собрано 108 тонн мертвой рыбы. И, как говорят специалисты, пока сложно сказать, сколько еще погибло подо льдом. В городе работают два предприятия по выращиванию мальков, и если в одном из них лишились практически всей рыбы, то во втором не потеряно ни одного малька. У нас нет каких-то секретов производства. Как только осенью начинает холодать, мы заводим рыбу внутрь и наблюдаем за ней ежедневно. Вода у нас не водопроводная, а из поймы. Она также проходит тщательную экспертизу, после чего попадает к рыбам.